Итоги прошедшего отопительного периода и задачи по подготовке народно-хозяйственного комплекса города к предстоящему рассмотрели на заседании Барановичского горосполкома. В Барановичском районе ведется работа по модернизации отрасли животноводства. Каждую среду участковые инспекторы милиции проводят прием граждан. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». Две молодежные ярмарки вакансий в рамках республиканского форума пройдут в Барановичах 17 и 19 мая в Управлении по труду, занятости и социальной защите населения горисполкома на Грибоедова, 12. На первое более 25 работодателей ждут будущих выпускников колледжа и университета. Вторая предусматривает временное трудоустройство учащейся молодежи. В ярмарке будут участвовать не только наниматели, но и представители БРСМ, учебных заведений, которые предложат разные формы временной занятости для учащихся. В течение этого года планируется трудоустроить не менее 750 человек. На ярмарке будет возможность получить компетентное разъяснение законодательства в области занятости «7 шагов к трудоустройству» и пройти тестирование для выбора будущей профессии. Ярмарки начнут работу с 15 часов и продлятся до 17 часов. Итоги прошедшего отопительного периода и задачи по подготовке народно-хозяйственного комплекса города к предстоящему рассмотрели на заседании Барановичского горисполкома. В частности, в осенне-зимний период объекты теплоэнергетического комплекса города работали удовлетворительно. Аварий и чрезвычайных ситуаций не было. Как было сказано во время совещания, при подготовке к новому сезону необходимо устранить все нарушения и недочеты предыдущего. Нужно учесть все негативные моменты и принять меры к их устранению в самые короткие сроки. Отопительный сезон 2022-2023 завершен. Его итоги подвели на очередном заседании Барановичского горисполкома, которое прошло под председательством мэра Михаила Баценко. В ходе совещания были выявлены слабые места, поставлены задачи по подготовке народно-хозяйственного комплекса города к предстоящему. О проделанной работе доложил генеральный директор Барановичского городского ЖКХ Дмитрий Техно. По его словам, не допущено аварий, срывов теплоснабжения и электроснабжения. В целом средняя температура отопительного периода оказалась выше на 0,2 градуса в сравнении с прошедшим отопительным периодом 2021-2022 года. Продолжительность отопительного периода составила 204 дня. Следует отметить, что текущий отопительный период закончился раньше и продолжительность оказалась меньше на 22 дня. В соответствии с распоряжением Братского городского исполнительного комитета, отопление было включено в первой категории, это больницы, школы, лечебные заведения 21 сентября, а жилфонд 29 сентября. Особое внимание традиционно к своевременному предоставлению паспортов готовности объектов к работе в осенне-зимний период. Предварительная оценка прохождения отопительного периода субъектом хозяйства нашего города дана Братское межрайонное отделение филиала Госэнергонадзора по Брестской области. По состоянию на 1 октября 2022 года были оформлены все паспорта готовности потребителей теплоисточников. На протяжении прошедшего отопительного сезона инспекторами Госэнергонадзора проведено 37 мероприятий технологического характера в отношении теплоустановок жилищного фонда и 4 мониторинга в отношении жилищных потребительских кооперативов. Проверено 45 домов коммунальной собственности и 12 домов товарищеских собственников. Проведено 24 обследования теплоустановок. Выдано всего 142 требования. Выявленные неисправности устранялись в установленный период. Барановичским межрайонным отделом Брестского областного управления Госпромнадзора проведено 11 мероприятий технического характера в отношении теплоисточников субъектов хозяйствования. Обследовано 11 потенциально опасных объектов, выявлено 49 нарушений. Недостатки были устранены в установленные сроки. Отмечу, в прошедшем отопительном сезоне проводилась целенаправленная работа по использованию местных видов топлива и их экономии. Также в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2022-2023 года барановичскими тепловыми сетями были проведены все необходимые мероприятия. В рамках текущего ремонта были проведены замены тепловых сетей общей протяженностью 2 километра 239 метров. Было отремонтировано два котла и турбогенератор.
В этом году они планируют выполнить текущий ремонт тепловых сетей замены 2,5 километра. Также выполнить текущий ремонт 3 тепловых камер. Чтобы с наступлением осенних холодов погода в наших домах, на работе, в школах и других объектах социальной сферы оставалась комфортной, специалисты различных служб трудятся уже сегодня. Для обеспечения бесперебойного и надежного снабжения потребителей энергией и топливом в грядущий осенне-зимний период разработаны организационные и технические мероприятия. При подготовке к новому сезону необходимо устранить все нарушения и недочеты предыдущего. Нужно учесть все негативные моменты и принять меры к их устранению в самые короткие сроки. 13 мая на связь с гражданами выйдут представители власти. Традиционно звонки принимают с 9 утра и до полудня во всех исполкомах страны. Так с населением Брещины пообщается заместитель председателя облсполкома Вадим Кравчук. Обращаться по телефону 80162-26-99-26. С жителями Барановича диалог будет вести замглавы города Александр Козека 65-03-45. В Барановичском районе ведется работа по модернизации отрасли животноводства. На молочно-товарной ферме Мастытычи агрокомбината «Мир» к 9 мая завершили реконструкцию еще одного здания коровника. Глава района Сергей Карпенко оценил выполненные работы. Стоит отметить, что в прошлом году в районе было проведено комплексное обследование всех животноводческих объектов и определена стратегия развития отрасли. Подробности далее. Животноводство является одной из основных отраслей сельского хозяйства в Беларуси. При этом ведущим и самым успешным направлением остается молочное. Так, за прошедшие 10 лет производство молока в стране увеличилось более чем на 25%. Лидером выступает Брестская область, которая в этом году добавила 8% к производству. В стране регулярно ведутся мероприятия, направленные на повышение эффективности молочного скотоводства и совершенствование технологий производства молока за счет модернизации, реконструкции и строительства молочно-товарных ферм. Все это обеспечивает устойчивый прирост производства молока, который позволяет удовлетворить потребности внутреннего рынка и последовательно наращивать экспорт молочной продукции. В частности, в Барановичском районе ведется планомерная работа по модернизации отрасли животноводства. Так, в прошлом году были завершены строительство 3-го пускового комплекса МТК «Столовище-2». Реконструкция, введены в эксплуатацию еще 3 объекта молочного скотоводства и птицеводства, ремонты 2 коровников в деревне Нижняя Черняхова в УАО «Вольно» и МТФ «Мастытычи» в агрокомбинате «Мир». На строительство и реконструкцию животноводческих объектов в 2022 году было направлено более 15 миллионов рублей. Работы в этом направлении продолжаются. Запланировано и уже начато строительство 2 новых комплексов. Это Подлисейки, ОАО «Крошин» и Могиляны, птицефабрика «Дружба». Первый объект на 1197 голов, второй на 1200. Также запланирована реконструкция 4 молочно-товарных ферм, замена 5 старых доильно-молочных залов на новые, также строительство 2 телятников, ОАО «Утес» на ферме «Бугуши» и продолжится работа в столовище. Также остается в работе у нас реконструкция зданий КПС «Восточный», плотоброверный цех «Белые луга» и птицефабрика «Дружба». Всего инвестировать в отрасль в этом году планируем не менее 100 миллионов рублей. На молочно-товарной ферме «Мастытычи» агрокомбината «Мир» к 9 мая завершили реконструкцию еще одного здания коровника. Так, в рамках перезагрузки был изменен тип содержания дойного стада на индивидуальное боксовое. Также запланирована реконструкция доильно-молочного блока. В результате увеличится количество постановочных скотомест. Решатся проблемы скучности животных, улучшатся условия их содержания. Итогом станет увеличение продуктивности дойного стада. О запланированных работах в ходе рабочего совещания председателю Барановичского райисполкома Сергею Карпенко доложил генеральный директор агрокомбината «Мир» Виталий Кременевский. Сегодня мы занимаемся реконструкцией фермы «Мастытычи». Это было 2 коровника и доильно-молочный блок. Общее количество коров на этом ферме стояло 290 голов.
Значит, мы принялись к работам 25 сентября, закончили 17 декабря. За 2,5 месяца мы сделали реконструкцию одного здания, на котором на сегодняшний день мы его увеличили до 90 метров. То есть на 18 метров увеличили длину здания к тому зданию, что было, и расширили здание до 27 метров, то есть на 7 метров. Сегодня это здание составляет 263 постановочных места. Значит, в этом году мы в феврале месяце, 28 февраля, принялись к реконструкции второго здания. Было поставлено у нас внутри задача сделать это все до 9 мая. Немножко ускорили темпы, и накануне праздника здание мы сделали. То же самое, оно составляет 90 метров длиной, 27 шириной, зеркально первого коровника. В планах постройка доильно-молочного блока. Проект готов, прошел экспертизу. Планируется, что в течение 3-4 месяцев объект будет введен в эксплуатацию. Отмечу, на сегодняшний день первое здание заполнено. На момент постановки скота среднесуточный удой был 14,1 килограммов на голову. Сейчас он составляет 17,1 килограмма. Если перевести в объемы, получается плюс 855 литров ежесуточно. Но это не предел. Планируется и дальше наращивать цифры. Во второй коровник животные заселят в конце августа, начале сентября. В ходе визита глава района вручил благодарности за добросовестный труд плотнику агрокомбината «Мир» Ивану Кречу и строителю Владимиру Хмельничему. Средняя школа номер 16 проводит набор на новый учебный год в транспортные классы «Железнодорожная направленность». Прием в 8-9 классы осуществляется на конкурсной основе на условиях собеседования. Приемы в 10 класс на конкурсной основе по результатам обучения на второй ступени общего среднего образования после 9 классов. Отметки не ниже 7 баллов по профильным учебным предметам. Средний балл свидетельства об общем образовании не ниже 6. Отмечу, 23 мая в 18:30 в Большом зале заседаний Барановичского отделения Белорусской железной дороги по адресу улица Фроленкова, 54А, планируется проведение организационного собрания. Приглашаются все заинтересованные. Более подробная информация по телефонам 65-44-60 и 64-44-58. Каждую среду участковые инспекторы проводят прием граждан. Напомню, что в этот день с 17 до 20 часов во всех городских опорных пунктах охраны правопорядка страны и с 10 утра до часа дня в сельской местности сотрудники милиции проводят встречи с заявителями для решения насущных проблем. Выслушать и помочь. Участковые инспекторы милиции продолжают проводить каждую среду прием граждан. Они встречаются с населением, чтобы помочь в решении самых разных вопросов. Защитить законные права и интересы одних, призывать к ответу других, дать рекомендацию третьим. Зачастую люди идут, чтобы получить и определенную справочную информацию. Среда – жаркий день для Родиона Тишкевича, старшего участкового инспектора Барановичского ГУВД. Признается, работы много. Многие заявители жалуются на ремонтные работы в неустановленное время, курение и распитие алкогольных напитков в местах общего пользования. Иногда просят провести профилактические мероприятия в отношении шумных соседей, нарушающих тишину в ночное время. Ни одно сообщение не остается без внимания. Каждую среду с 17 до 20 часов участковые инспектора милиции осуществляют прием граждан в помещениях опорных пунктов милиции, расположенных в каждом районе города. Граждане приходят с различными вопросами, начиная от конфликта с соседями и до выгула собак в неустановленных местах. Каждое обращение рассматривается индивидуально. Сотрудники милиции в ходе приемов проводят с населением и профилактические беседы. Они напоминают заявителям о бдительности для обеспечения сохранности имущества и правилах кибербезопасности. Подсказывают, как не стать жертвой телефонных мошенников. Участковые инспекторы милиции проводят профилактические беседы с гражданами с целью соблюдения действующего законодательства и недопущения совершения преступлений и административных правонарушений. Напомню, прием осуществляется по средам для жителей сельской местности с 10 утра до часа дня, для горожан с 5 до 8 вечера. Ответ на обращение сотрудники милиции дадут в течение 5 дней, а в случае необходимости дополнительной проверки в течение 30 дней.
Хоккейный клуб «Текстильщик Баргу» проведет два состязания самой титулованной командой в игровых видах спорта Беларуси «Гродненским ритмом». Матчи состоятся 13 и 14 мая на стадионе «Дубова спорта» в 15 часов. Вход свободный. К слову, завершился 8-й тур чемпионата Республики Беларусь по хоккею на траве среди женских команд сезона 2022-2023. По итогам барановичские спортсменки оказались на 4-й позиции турнирной таблицы. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания.